In June 2013, WHO issued new guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection. Experts from Eastern Europe and Central Asia, civil society and partner organizations met in Istanbul to discuss the guidelines and the implications for their country and their work. Если говорить о новых руководствах Всемирной организации здравоохранения, надо отметить, что это большой прорыв не только в лечении пациентов, потому что новое руководство предусматривает более широкий охват пациентов с ВИЧ и, естественно, как следствие улучшения их жизни и качества их жизни, и продления их жизни. Но и следующий аспект – это большое профилактическое мероприятие, которое позволит уменьшить передачу ВИЧ-инфекции населению. Во-первых, нам придется пересматривать те национальные подходы, которые есть, дабы гармонизировать свое законодательство с соседями и с общеруководящими принципами, ибо противостоять развитию эпидемии можно только сообща, а не исключительно на каждом на своем страновом уровне, так просто не получится. И новое руководство гармонизировали все предыдущие руководства. И чем они хороши? Тем, что они сводные уже руководства. Они говорят не только о необходимости лечить ВИЧ-инфицированных, начиная с 500 клеток, но они говорят о необходимости интеграции лечения вирусного гепатита С у ВИЧ-инфицированных и о интеграции лечения туберкулеза. Мы считаем это очень правильно и очень своевременно. Это поможет спасти миллионы жизней в мире и сотни тысяч жизней в регионе. В общем-то, вам, может быть, будет способствовать остановке эпидемии ВИЧ-инфекции и, соответственно говоря, снизить вероятность заражения других людей. The guidelines provide a good way of providing healthcare to people infected with HIV. So, if they are followed, we will see major improvement in prognosis of HIV in Eastern Europe and Central Asia. Необходимые шаги для внедрения этих руководств на практике, в жизнь, это первое, нужно начать обсуждение на уровне страны с органами, принимающими решениями, с людьми, ответственными за финансы, и начать обсуждать барьеры и устранять эти барьеры по внедрению руководства в жизнь. Как правило, это синхронизация работы вертикальных служб в регионе. Это служба СПИДа, служба туберкулеза, наркологическая служба, где-то гепатологическая служба. Нужно эти службы интегрировать в одну единую систему. So we just experienced a financial crisis in Europe, and I wonder who is going to pay for that. So one of the benefits would be, you know, how to consider how to get the prices down of the medication. So this would be something that is really important. And if this is secured, then it will be feasible. I'm sure about that. Мы очень надеемся, что мы сможем донести до нашего правительства, до наших людей, которые принимают решения, что расширение показаний к антиретровирусному лечению – это очень важное мероприятие. Конечно, мы осознаем, что это требует дополнительных финансовых средств, но то положительное благо, которое может принести это, скорее всего, потребует этих финансовых средств. Я думаю, что все-таки в нашей стране мы сможем внедрить вот эти рекомендации Всемирной организации здравоохранения и имплементировать, внедрить в ближайшее время. Так, какие проблемы я вижу для внедрения этого руководства? Ну, в общем-то, страны немножко разные, у них разное законодательство, разные эпидемии, и поэтому в любом случае нужна адаптация, то есть вообще для внедрения некоторых вопросов нужно изменение законодательства государств. В ряде случаев нужно изменение структуры системы здравоохранения, что тоже требует определенного времени и усилий. Так что вот это основные проблемы. Нормативно-правовые акты придется пересмотреть. Вот все страны должны у себя пересмотреть, и это тоже займет немножко времени,
немножко технической поддержки, наверное. So in terms of community-based counseling, we have to make sure that people understand how come that we have new guidelines, what does it mean, so we really have to explain for that. Относительно тех усилий, которые может предпринять эта организация по внедрению этих протоколов, это, возможно, работа со странами в части формирования какой-то дополнительной доказательной базы, в части формирования каких-то подходов к адаптации этих протоколов на национальном и местном уровне с учетом конкретной ситуации в стране. Помощь здесь может быть самой разнообразной, и технической, и образовательной, и где-то и финансовой, и где-то и какой-то чисто организационной. Но, безусловно, ВОЗ должна никоим образом не утрачивать свою лидирующую функцию в формировании мировой политики в плане сопровождения пациентов. As a WHO collaborative center, it's very important to keep maintaining the message in the guidelines of simplicity and the public health approach. And we want to help and support the WHO vision in that respect. Без Всемирной организации здравоохранения внедрить данные протоколы в жизнь будет тяжело, практически невозможно. Именно для этого, я так понимаю, и существуют страновые офисы Всемирной организации здравоохранения в таких странах, как наши, для того, чтобы помогать на практике системе здравоохранения быстрее перейти и адаптироваться к тем новым методикам и практикам, которые уже доступны в мире, но которые не реализуются в наших странах. И, конечно же, без Всемирной организации здравоохранения достичь позитивных результатов будет очень и очень тяжело.